Раз. Четыре. Два. Давайте. Ну давайте, считайте кто-нибудь. Раз, два, три. Всем доброго времени суток, с вами Элисон Роуз, Варпач. И Артём Даркнулов. Так что ж ты молчишь-то? Я тут. А, подожди, кто я должен был говорить? А ты не думал, что надо поздороваться со зрителями, там а все зачем? Дела? Понимаешь, не надо здороваться, он просто будет кричать, когда будет страшно. Да, я просто голос за кадром такой, знаешь. Вот, и мы собираемся делать забег по игрушке Survivors. Если кто помнит, это уже начинает... Короче, все начинают забывать, что это за шутер. Какой шутер? Говорите, кто это меняет, совсем шпячка. Ну, на самом деле... эту игру я обходила давно еще стороной, мне предлагали в нее играть, я отказывалась, потому что вообще Слендера я категорически не люблю, потому что он страшный, это моя мама бесстрашная, твоя мама, а я нет. Слендер. Да, моя мама вообще, железные яйца у нее, поэтому сегодня мы втроем, время-то уже поздно, у Арпача вообще 12, так что весело нам будет. Да. Мы начинаем, да, играть, можно запускать сервер. Да, уже можно запускать. Старт сешн, поехали. Сесьон. Ох, все, ребят. Ну все, ребят, так, давайте соберемся все вместе. Нужно 11 листов собрать, все как в стандартном Слендере. Вот у меня сейчас как Майкл Джексон. Да. Майкл Джексон. Я, кажется, видел его уже слева. Бегом за мной. Ты уже его бегал? Ой, ты уже его видел, бегал. Ты уже его бегал. Как-то вы у меня передвигаетесь, немного лагая, что ли? Да, у меня то же самое. Ну что поделать? Вообще только что видел трубу. В голове у кого-то. Слушайте, а тут какой смысл? Нужно собрать 11 чего? Страниц? Да, типа? А я, кстати, видел что-то цифру 11 и больше не успел прочитать, что же еще. Я замыкаю нашу, как, не знаю, как назвать, змейку. 11 Слушайте, листов надо найти. А тут есть какой-то, я не знаю, какая-то тактика, типа не поворачиваться там? Бежать, я повернулся, и нет, я отстаю. Беги за нами лучше. Тут какие-то разные текстуры вверх, это так... Да, это просто... Так, ну все, пройден. Первый кирпич упал. Первый кирпич упал, да, все. Фундамент заложен. Ты что так медленно идешь, беги. Меня смотрят. Знаете, почему я не играл в эту игру? Потому что бежи в другую сторону! Он там, за мной! Где ты? Что случилось? Я, кстати, не могу сказать, что у меня закончилось. Сил. Он сзади. Там сидит Астамина. Что у меня закончилось? Ребят, помните, да, я говорил, что не люблю скример там? Вот, да? Вот как бы по этой причине. Артём, стой. Вон я, вон я. Да, я вижу. Свет, иди на мой свет. Он за мной, бежит. Что ты делаешь? Я нашел листочек один. Помогите мне! Помогите. Там окровавленный отпечаток руки. Он прям за мной идет. А ты где? Ты где? Где? Я не вижу. Видите свет в среди деревьев? Я сдохла. Ой, блин! Он беги! Он тебя поймал? Нет. Он такой страшный. Он блин. Просто за мной гнался, как куда пол. Я бегу? За... Артём, ты где? Я вижу его глаза. Он смотрит на меня. Я не... Он приближается. Почему он такой говнюк? Почему он так резко выскакивает? Нельзя Артём, так делать. Ты? Он веселый. Я чуть перц не потеряла. Я вижу ваш свет, я вижу ваш свет. Где, где? Я не вижу тебя. Я около площадки, я собрал один листок отсюда, лист один взял, я вот бегу. Я прям стал, а, вот, что-то видел. А, блин, исчезло. Вон, я вас вижу, блин, я не могу бежать. Ребят, а, к сожалению, я могу следить за ними и надеяться, что они не умрут, потому что я чуть не обделся. Подождите, я выдохну. Знаете, если даже играю с кем-то, по-моему, еще страшнее. Он зашел, Артём, он зашел. Ай, дерите твою за ногу. Потому что все кричать начинают одновременно, как бы. Я вообще чуть не уделалась в этом бедном каньоне. Так подожди, а тебя он что, съел уже? Да, сожрал, я за вами слежу. Да, просто... Ну я одна была, он решил, что я легкая добыча, конечно. Как будто я негр, он слева был. Как любой волк. Это же мне волк? Страшно. А, что я встал-то? А, все, бежим, Артём, вот. На самом деле, это, знаете, на кого похоже? На вервольфа или что-то типа того. То есть, это не волк, конечно, он такой на ну, двух да, лапах. Да, да. Как... И накачанный. Не теряйте друг друга, пожалуйста, вы что делаете-то? Артём. Да, Кирилл, ты что делаешь? Ты где? Так, я что-то вижу, а я вижу записку. Я нашел его. Я вижу записку. Я нашел свою смерть. И нашел самолет. И нашел записку. Я вижу, я слежу за тобой. Ты был избран. Ой, перелистывай. Что? Перелистывай. Я не успел. Перелистывай, беги.
Беги, беги лес, которым управляю. Беги, Форрест Гамп, да? О, черт. О, черт. Я вижу лагами, как он появляется моментально, короче, мигает. Ксюша, тут не прокатит момент, как у тебя с мамой там вниз смотреть, он не появится, нет? Не, вряд ли здесь такая прокатит. Вообще, моей маме здесь поиграть. Она вообще поздоровалась с ним, подошла с этим волком. Так, я бежал эту штуку. А я взял записку, что ли? А нет, я ее не взял. Кстати, шепотом мы выяснили, что зверюк это на читах. Все, мы собрали две их. А он вообще читер, ты знаешь, он появляется из ниоткуда, из никуда, ничего непонятно. Кстати, даже шума нет, когда он сзади появляется банально. Ты даже не знаешь, что он рядом находится. Просто вот это меня бесит. Становится все красным, и все. Прям тебе в уши, то есть это вообще как-то неправильно сделано, то есть это слишком неожиданно. Должны быть какие-то звуки, там, например, что он дышит рядом с тобой, ну хоть что-нибудь, но не вот это вот. Ну, чтобы это был целый завод. Артём, ты где? Да я тут, я даю девушке высказаться. Самое интересное, просто когда я видела, как Артём, как тебя сожрали, то есть у меня не было звука. У меня не было крика, то есть его. Это нормально, то есть только у меня слышно. Или, а у тебя был крик, он наорал на тебя, когда съел? Да. А вот я ничего не слышал, спасибо волку. Подожди, за это. Вас съели, что ли, уже? А ты что думаешь, ты один бегаешь? Да? Я-то думаю, что он за мной, что ли? Он где-то, он рядом? Ты думаешь, все мы тут такие спокойные, комментируем, где он по сравнению с тобой? Да, я постараюсь. Где он и где ты? А, черт. Не, это был не он, это вообще-то была плащ. Это была качелька. Кого? Вы что, не видели его? Качельки напугали. Я уже там лист один взял. Так, у нас два листа, да, есть? Слушай, ну тебе уже пора, наверное, умереть. Ну сколько можешь бегать-то? Нам скучно. А, все, я бегу на него. Давай, иди к нему. Вы все мертвы. Спасибо тебе, игра. А то мы не догадались, да? Что мы все умерли. Кстати, тут... это было жутко. Надо сейчас проверить, кстати. А, все, нормально. А, нет, стоп. Резюм. А можно мне как-то без выхода из игры заново зайти? Мне интересно вот это стало. Наверное, а может быть можно? Мне нажмите пробел, чтобы посмотреть камеру. Но он ничего не смотрит, потому что все мертвы. Здесь. Так, ну что, продолжаем. Опять на счет три. Раз, два, три. Ху-ху-ху, мы вернулись, да? Мы продолжаем. Да, мы продолжаем. Продолжаем, да, наконец-то. Жмем кнопку старт. Ну что, в принципе, игра сделала свое дело, я уже испугалась. Да, я тоже испугался. О, вот такие так, забавные. Так, не расходимся, и мы так, пожалуйста, близко. Мы сантехники почему-то. О, тут еще и фонарик. Да. А, нет, в смысле фонарик-то я понял, что фонарик. Так, идите кто-нибудь вперед. Не-не-не, знаете что, идите сами вперед. Давайте я попробую теперь. Я в прошлом разу замыкал и умер последним. Теперь я пойду первым. Побежали. Только не кричи мне на ухо, волк, больше. Почему ты так громко? Кстати, все шумит? Ребят, если вы посмотрите это видео и знаете какую-нибудь тактику, возможно, чтобы его как-то обойти, то как бы нам скажите, а то он появляется совершенно непонятным образом прямо перед носом. Это очень сильно пугает. Как бы, ну, наверняка как-то можно по какой-то тактике это делать. Просто... Можно гаечным ключом его забить до смерти. Да я бы его забила до смерти, честно. Это вот прям, знаете, как в Слендере, если собрать, например, все 8 страниц с санаториями, то тебе дается пистолет. Вот я вижу там, что светится. Да, я тоже вижу. Детская площадка. А можно забраться наверх? Это не детская площадка, поверь, это не для детей. Честно. Здесь есть листок. Вот, мы взяли один листок. Ребят, отлично. Я чувствую Бегите, его. Бегите, да чего стоите-то? Бегим, а бегим. А ты где? Ты где? Ты где? А, вот. Ай, блин, он там, как вон глаза он, красные, вон, да, с той, да, стороны. Да. Пошли отсюда. Я иду. Идите за мной. Идите за мной. За тобой? Окей, идем за тобой. Ты так пугаешь. Кстати, вы знаете, это не только у нас проблема. Я вот у Артура смотрел начало. У них там тоже непонятно какими-то, ну, рывками передвигается персонаж. Ну да, главное, что мы видим друг друга. Главное друг друга не терять, а то бросили меня, блин, в каньоне, я чуть не умерла там от страха, когда начала крутить мышку и вообще потерялась. Представь, Лизарита, девушка одна в лесу с большим волком. Не по-джентльменски мы поступили. Да не девушка, а сантехник. Бежим, 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 не теряй, пожалуйста. Говорю, я ржу, как ненормально в этой игре. Да, это смешно, когда я кричу. Просто, да, понимаете, нет, тут смешно на реакцию. Дело в том, что у меня 12 часов, и я ору как ненормально, сидя на кухне. Я не могу бежать. Смотри, сейчас соседи вызовут этих, там, защиту по защиту животных, там, либо, не знаю, по родительской опеке или еще что-нибудь. И представляешь, я открываю дверь, и там слендеры такие стоят в костюмах. О, стоп, кто-то там есть. Нет, там лист.
да? Да, и эти слендеры такие протягивают вам книгу. Вы верите в Бога? Да, такие. Ой, блин, я не могу бежать, я устал. Я не могу бежать, я задыхаюсь, у меня болят ноги. Нет. Честно говоря, я бы не протестовала, если бы мне сейчас привезли вагон со льдом для моих щечек. Я взял, и я думаю, он сейчас появится где-то сзади. Я прям так громко все это слышу. Ну, сделай потише-то, что ты... Да не, сделано-то тихо, а вот... А, просто страшно. Да я знаю, ты знаешь, типа, что громко, просто уже пару раз, видимо, испугался очень сильно. Поэтому... Ай, ворона каркнула. Да вот мне вороны тоже раздражают. Сейчас покаркаем вместе, когда он появится. Сейчас так покаркаем, вот весело будет нам. Интересно, кстати, ну, весьма интересная игрушка в плане... Придумали же кооператив. Вообще кооперативных игр, по-моему, страшных не так уж и много. Край эфира, я знаю, только вчетвером можно играть, а больше-то так вот каких-то знаменитых и известных я не знаю. Ну и то в Край эфира тебя не пугают, так как здесь. Ну, там свои. Я устала. Ай-яй-яй, он слева! Справа-то! Где? В каком слева? Иди к нам. Справа. Подождите меня. Давай, пойдем пешком. Пока идем пешком. Вот как сможешь бежать, так говори. Могу убежать. Кстати, должен вроде как кооперативный слендер выйти. О, это будет не, круто. Ну, слендер... Мою это, короче, мать. То же самое, да? Продолжаем, в общем, говорить, да? Кооперативный слендер — это то же самое, что Survivor черт будет, по сути. Так что ой, да-да-да. Все, бежим. Будет ли смысл в слендере, если уже есть Survivors? Если бы Survivors уже говорить не могу... патч какой-нибудь выпустили, но чтобы она не лагала, как бы, чтобы получше графика была. В принципе, игра была бы довольно-таки популярна, я думаю. Ну, это, кстати, более новая версия. До этого была еще более жуткая вариация этой игры, в которую как раз-таки Артур играл. Ну, просто на самом деле я вижу, как жутко скачут тени. Вот у меня на первой части видео видно, то есть тени прям... То есть одна часть светлая, а другая... Да-да-да, это из-за текстур. Да, тени скачут. Из-за текстур такая штука есть. Ну, еще вы скачете, как кролики. Вы бы видели, как вы перемещаетесь. У меня, кстати, более-менее почти без лагов. Есть легкие подергивания, но вроде нормально. Он сзади. Че ты оборачиваешься тогда? Я бегу самое последнее. Напугал, спасибо. Теперь можно менять памперсы. Ну че? О, черт. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Я не могу бежать. Давайте подождем. Бросайте, товарищи, господа. А тут есть под трибунал пойдете. Определенное количество локаций, да, наверняка? То есть определенное количество локаций, где расположены листочки, сзади. Правильно? Ну, неудивительно, что он сзади. Побегли. Побегли, не, да. Ну мы сейчас живем намного дольше, чем в прошлый раз. Это затишье. Что мы вместе бегаем. Тут как бы, по-моему, смысл и есть. Если вы разделяетесь, волк сразу преследует по одному. Просто сам прикол в том, что когда он появляется, мы начинаем разделяться. Все бегут в распорядочном положении. Знаете, как надо делать? Давайте договоримся так. Если вы увидите, вы разворачиваетесь ровно в противоположную сторону, чтобы друг друга не пугать. Я так и делаю. Ты знаешь, так идешь, и текстуры так появляются, за тобой появляются, и там глаза такие красные. Ну, спасибо. А, кстати, может быть, может, он передвигается по этим темным текстурам, потому что вот, блин, такие глаза красные. Черт возьми. Вот повернись, Артём, посмотри. Да нахрена ты тут сидишь? Нагнетать атмосферу я смотрю, да? Тебя... Ой, стена? Стена? Ой, как я люблю, я в слендерах очень... Бежим туда. Не, нам нужно абсолютно в сторону куда-то направо двигаться, не по стене бегать. Да, и куда-то вот сюда пойдем. Я бежать не могу. Мне понравилось, как обстрелили в фильме «Хижина в лесу». Вот это вот правило фильмов ужасов. Меня убили. Давайте. Что? Я ничего не сделал. Сзади! Меня почему-то убили, я даже ничего не сделал, даже звука не слышу, просто сожрал меня. Кирилл, ты что, тоже помер? Нет, что так страшно-то? Где? Не, ребят, реально, объясните мне, как я умерла, если ничего не произошло? Это как? Артём, я не знаю, где я. Я просто ору, как ненормальный. Ну все, сейчас вас сожрут. Просто у меня мурашки по коже. Я иду. Видишь? Иди ко мне. Иди быстрей. Я стараюсь. Спасибо, пожалуйста. Черт возьми. Страшно. Что так страшно? Я вон вижу, сверкает впереди. Вот вы друг друга уже почти нашли. Ой-ой-ой-ой-ой. Черт, черт. Убегай, Артём. Черт. Он не бежит.
Слушайте, а скажите, а как, вообще какая логика есть? То есть, если я отбилась, то меня тут же скушали, да? Как-то так, что ли? Я даже не заметила, как меня убили. Просто написали, что вы умерли. Ничего даже не произошло. Он взглядом пожирает. Я не могу. Ну, то есть, это мне кажется, если друг от друга отделиться, он может сожрать. Вот так вот просто. Похоже на то. Чё так страшно? Знаете, я постоянно почему-то вижу, как он лагающий перед вами появляется, просто такая текстура мигает. Артём, стой. Я стою. Ой, сзади. Сзади тебя, справа, сзади справа, тебя. Справа, беги, справа, беги, справа, беги, справа. Навели панику, блин. Черт возьми, о, черт возьми. А где, Артём, ты где? Артём, а вон он ты. Уйди, баба-баба-баба. Давайте, ребят, но я вас верю, соберитесь. Вы не собрали очень много. Вон там слева красные глаза. Где? Красные глаза. Да-да-да. Стой, вспоминать, вот ты прям в записке бежишь. Вон он, я его прям вижу, он смотрит. Я очень резко вижу, это волк бежит за мной. Вон, вон лист, вон, лист, да, лист. Да, да, да. Я вижу лист, я бегу. Лист, к нему. По счету. Это четвертый, видать, будет. The There's no way, здесь нет выхода. Да. Спасибо, Кэп, мы знаем. Блин, ну для меня точно уже нет выхода, знаете ли. Самый шикарный листочек в Слендере — это «не оборачивайся». Да. Самый такой капитанистый, я бы сказал. Есть такая картинка, то есть Слендер такой с сыном стоит, не знаю, видели, нет. Я потом, может быть, вставлю это сюда. Слендер стоит такой с сыном. И сын рисует записки, и он говорит, давай повесим ее вот сюда. А человек с фонариком берет и забирает, а он говорит, давай это, подойдем, спросим, отдаст ли он нам ее. Ну и за счет этого типа пугаются люди, что такой Слендер бегает за ними. Я такое ощущение, что вы кругами бегаете. Да, я, по-моему, пришел к этой самой бидону. Да, не будем называть это бидоном. Прям сзади вас, он прям прилепился к вам сзади. Я не могу бежать, я не могу бежать. Ну как беги. Беги. Тихо-тихо. Я вижу гаечный ключ у себя в руках. Боже мой, я аж испугался. Так резко появился вообще. Что? Мальчики, вот я здесь. Соберитесь, соберитесь. Ай, дох... блин, ай, блин. Ты видел, да, прямо перед собой вот лицо? Он слева стоял. Я не могу говорить, у меня нет слов. Нет, ну он правда, он прям стал появляться прям так близко, на расстоянии буквально 2 метров. Вот он теперь начал из-за того, что мы больше листков собрали. Слушай, ну когда будет 11 страниц, он будет под руку с тобой, что ли, идти, ты мне хочешь сказать? Кстати, вообще есть подозрение, что этот волк появляется... Точнее, он здесь не один. Их тут несколько. Чёртова ворона. Я сейчас плакать буду сидеть. Тебя пугает Каркарыч? Каркарыч, он меня пугает больше, чем волк. Я сижу в наушниках, и они... Причем еще такое ощущение, что наушники и так присосались, и мне прям в мозг все это, все звуки бьют. Я уже не могу. Когда меня... Здесь надо опасаться, потому что они разные бывают. Некоторые свиней мочат, например. Ну как, ребята, вы чувствуете расслабление от того, что уже, наверное, привыкли его видеть постоянно? Ну должны были привыкнуть постоянно. Ну вообще я привык. Нет. Нет. Черт, черт. Ой, господи, он идет за мной. Слушайте, нет, он шевелится, он ходит. Он идет за тобой, Кирилл. Стой, стой, я не могу бежать. Артём, стой. Не бросай меня. О, господи. Он там в деревьях находится, я вижу его. Да, я тоже. Он за тобой, пошли отсюда. Я не хочу смотреть. Вы как-то бегаете по одним тем же местам? Интересно, где мне кажется, я уже всех разбудил. Всех своих родственников. Они такое ощущение, что стоят сзади от меня и сейчас будут. Зачем компьютер переносил? Да. Прямо от вас, мне кажется, то ущелье, в котором мы первый раз испугались. Вот. Две горы. О, да-да-да, давай туда. Давай, Артём, туда. Да, еще раз он выскочит. Начнется все, ой, закончится все там, где началось. Здесь, кстати, должен быть еще один лист, вот как раз в этой самой. Да, давай только потихоньку. Расщелине. В этой самой клаке, я бы сказал. Так ощущение, что просто текстуру вытянули. Вот. Вот она. Да-да, я так и сказал. Это не человек, написано на очередном листке. Спасибо, Кэп. Спасибо, да, спасибо, Кэп, еще раз. Артём, я не могу бежать. Он прям сзади. Ты должен бежать. Ты должен бежать. Орёт на тебя. Ой, блин. Ой, сожрал? Нет. Беги. А почему меня сожрали? Мне прям обидно становится. Это просто нечестно. Он любит девушек. Он тебя по IP вычисляет. Знаешь, что ты девушка. Он идет за нами. Ой, господи. Где он? О, чёрт. Ты где? Я вижу еще что-то светится. У кого-то там орёт. Где? Это, наверное, я, мой труп за вами охотится. Вот понимаете, мы уже бегаем, наверное, минут 10, я до сих пор не могу полной грудью вдохнуть. Радуйся, что мы до сих пор живые. Да.
Ага, в отличие от меня, да? Он справа. Меня тут же просто убили. Я вижу лист. Есть. Да давай за ним. Еще один? Да. Может, потом будут говорить, что парни лучше играют, чем девушки. В игры. На все потому, что меня убили. Окровавленный отпечаток здесь. Сзади нас глаза. Какие они шикарные. У меня просто твои прекрасные красные глаза. Ой, блин! Я говорю, что стало плохо. Он красиво смотрелся на фоне карусели. Пускай там и останется. Знаешь, он красиво смотрелся, знаешь где? На скриншотах. Вот он на скриншотах смотрелся прекрасно. Да, а сейчас артах. Уже как-то на артах потерял. Шикарный момент был в прохождении у Артура, когда он... А где он? Он поворачивается и тут просто в камеру тычется. Главное, не орет, он просто стоит рядом. Да, он просто странно. Он то орет, то... Ой, краснеет у вас все, я вижу. Я не вижу, не вижу. Я даже не надо меня убивать, я бегу. Просто я на самом деле... Ой, да, черт! Просто я... Он иногда кушает тебя, иногда просто появляется впритык, то есть непонятно никакой логики. То есть если Слендермен подходит близко, и ты сразу мертв, как бы, да, то здесь этот волк непонятно, что от тебя хочет. Такое ощущение, что он хочет тут спросить. Просто у него манера общения кричать на людей. Конечно, будешь жить в лесу столько времени. Короче, я думаю, что, скорее всего, этот волк на самом деле был обычным человеком, который в лесу заблудился. Его долго не могли найти, он здесь одичал, стал диким, оброс шерстью. Я не знаю, из-за какого-нибудь собирательства и вынюхивания троп у него вытянулось лицо, он стал похож на волка, и теперь он просто в диком состоянии подбегает к каждому путнику, начинает орать на него в надежде, что тот его отведет домой. Но все почему-то от него убегают. Это как Минотавр только в лесу. Да, и только здесь люди ему попадаются. Я не могу убежать. На самом деле, если бы это выглядело больше, чем как больше как лабиринт, вот там светится что-то впереди. Я вижу. Да, если бы это выглядело больше как лабиринт, мне кажется, было бы пострашнее, потому что более замкнутое пространство. Да. Как-то... Артём, а я что за вижу? Я вижу глаза. Черт, 7 из 11. Нет, бежим обратно. Я вижу тебя, стой. А, нет, да, нет. Прям сзади вас. За кем? Мы друг на друга смотрим. Беги в обратном направлении, он исчез. Ой, черт. Что это за колонна? Так грустно, я тоже хочу поиграть. Это... Ты вместе с нами, Ксюш. Это шахмат. Да, я слежу за вами. Хорошо, что хоть следить за вами можно, а не, знаете, в меню тортишки ты убер. Да, а то ты бы с черным экраном сидел. Кстати, в первой бете была такая фигня, что приходилось сидеть и ждать, когда все помрут, и был только черный экран. Артём, побежали направо. Направо? Что? Все, что ли? Меня убили? Что? Вот, видишь, вот я тоже не поняла, как это произошло. Почувствовал на себе, да? О, черт. Это просто... Ты один, Артём. Это просто намек. Это... Кирилл, ты надоел, давай, до свидания. Я один теперь, блин, одному очково. Не, на самом деле, мне кажется, когда ты один, у тебя меньше шансов выжить. Ну да. Теперь ты одна его жертва. О, сейчас меня тут кто-нибудь... У меня что-то закололо в районе печени. Ну ладно, тебе не бойся. Я что-то вижу. А сейчас бы было в тему этот телефонный звонок на домашний. Да-да-да-там. Атмосферно бы было. Я подскочила, ух. У меня так в Муротопии было один раз. Ой, справа. Да. Мне кажется, 7 из 11 это мощно. Это просто impossible. Да. По-моему, Артур тогда они не смогли добиться этого. С Шепардом мы максимум 6 собрали. Ну, главное. Потом он тоже помер, я остался. Ну, то есть, блин, прям 20 минут бегал, покарал надо мной. Да. Он прям бежит за тобой. Слева. Да, он прям прицепился к тебе, как блоха. Кстати, видно намного лучше, вот когда камерой следишь за Артёмом, видно лучше, чем когда бегаешь сам. Да. Текстуры не так лагают, и как-то видно. Да что ж такое? Знаешь, как сказать видно? То есть я сейчас вижу практически все черное и светлый кружок. То есть, когда я играю сама, хотя бы обзор побольше, а так я вижу через лупу какую-то смотрю. Вот если было, вот я вот не вижу вот текстур плохих, то есть с освещением. Вот было бы что-то типа такого, было бы хорошо. Ну, еще лучше, по крайней мере. Ой, за мной сейчас Кондратий придет, я чувствую. Да ладно? Ты игрой. Эй, добрый день, товарищ волк. Вы хотите пообщаться или что? А вдруг у него тортик есть в руке? Или пироженка, он её держит? Блин, такое ощущение, что на деревьях такие-то два глаза и язык такой.
вот, блин, я не знаю. Спасибо за создание отличной атмосферы. Создавать иллюзии, бойся теперь деревьев, то есть здесь не только подвешли волк страшный. Ну что такое, ну либо тебя сожрут, либо ты найдешь лиц, ну сколько будешь бегать-то, ну? Я вот иду, смотрю, Артём, я все время что-то вижу. Взлетай. О, ой, вот, ой. Отстань от меня, волчара, не хочу я с тобой иметь никаких дел. Можно подумать... Я куда-нибудь... Ой, я вижу полянку. Я вижу полянку. Может, ты ему мешаешь? Представь, он тут где-нибудь огород посадил, а ты потоптал его, я не знаю, что-нибудь, картошку. Мы как зайцы. Зайцы на огороде. Заяц, волк. Заяц, волк. Или как саранча. Точно, да. Ой, не-не-не, нельзя же это говорить. Дети до 18 могут смотреть. Он появился прямо перед тобой. Вот что-то мне сейчас так пофигу вообще на него было. Не, мне кажется, он просто хотел тебе рот заткнуть. Не говори про мультик. Он опять решил. Он просто проскальзывает мимо него, такой пугает, знаешь, типа, сдавайся, сдавайся. Ты опять, кстати, возле холмов? Да, я думаю, тебе идти налево куда-нибудь. Есть глаза. Нет. Ты, кстати... Я не знаю, где ты собираешься остальные листочки находить. Вот я, например, я говорю, вижу, как он лагает, то есть этот волк, он как-то впечатывается в камеру. Ой, блин, мать твою. Он заорал. Это был эпический конец, он прям в камеру мне посмотрел. У меня до сих пор его красные глаза торчат. В пейнте. Ой, шикарно было. Да. Ну, шикарно же, да? По-моему, как шикарная концовка. Посидела 10 минут, ничего не делая. Все же роль у меня первая, как негры команды все, неинтересно. Не, ну, в принципе, жутко, я испугался. Да, я вот первый раз вообще запускаю хоррор, я жутко боюсь всяких хорроров, пугалок, особенно когда вылазит вот так вот, это же вообще... Не, ну, ты слышал, да, как я заорала? Конечно, слышал. Не, ну, пожалуй, мы уже, в принципе, играем как раз... Нормик, можно будет как-нибудь, я думаю, в следующий раз продолжить, ребята, да, понравится. Конечно, конечно, без проблем. Так что да, давайте-ка прощаться со всеми. Со всеми прощаемся, времени уже 12 часов и очень много минут. Уже очень много минут, уже почти час ночи. Ну что ж, зрители наших каналов, если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наши каналы, ссылки на каналы вы можете увидеть в описании. С вами были Ксюша... Кирилл и Артём. И все было страшно. Всем пока. Вот. Всем пока, ребят. Всем пока. Пока.